Фестиваль проводится раз в два года. В этом году он посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе принимают участие не только музыкальные коллективы города, жюри, в состав которого войдут видные деятели культуры и искусства России, будет оценивать и декоративно-прикладное творчество. Возраст участников от 16 лет и старше. Сейчас работает огромный блок подготовительный к этому мероприятию. Режиссерская группа создана, сформирована. Кстати, она у нас очень и очень хорошая и показала себя уже неоднократно, наша режиссерская группа. Ребята работают, готовятся декорации. Мы заказываем костюмы, кстати, времен Великой Отечественной войны, которые нам затем пригодятся и 9 мая. Первые репетиции запланированы на 14-15 марта, а городской отборочный тур пройдет 27 марта в Зимнем театре. Вход для всех желающих свободный.